Заказать алмазную картину с портретом по фотографии оказалось не так просто. Прежде чем мне сделали красивую схему, я перепробовала несколько мест. Я хотела сделать картину вот по этой фотографии. В одном месте мне сделали вот такую схему. Тут мы какого-то странного цвета. Когда я спросила о возможности изменить немножко цвет кожи, мне просто перестали отвечать. В другом месте получился очень красивый цвет кожи, но платье абсолютно белое, без деталей. И когда я попросила немножко это изменить, правильно, мне перестали отвечать. Я уже почти отчаялась, но все-таки написала на алмаз фото. Я сразу рассказала всю свою историю. Особенно вот эта вот фигня, что мне перестают отвечать. Ну, просто почему бы что-то не ответить там? Мы не можем. На алмаз фото ко мне отнеслись очень внимательно. По моим пожеланиям внесли изменения. Кстати, после прошлой очень большой картины 60 на 80 сантиметров. Я думала, что за такой размер я больше не возьмусь. Но прошел год и мне захотелось. И эта картина делается намного проще предыдущей. Потому что здесь больше однотонных мест. Поэтому учитывайте, что у алмазных мозаик есть еще сложность. Заказать картину можно на Wildberries и Ozon. Ссылка в комментах. Там вам помогут и с выбором фотографий. И отнесутся внимательно.